Сегодня избранные депутаты Мурманской областной думы 6-го созыва провели первое заседание. Сессию открыл старейший депутат парламента Владимир Охромейко. Основной вопрос – выборы председателя думы. В начале заседания председатель областной избирательной комиссии огласил официальные итоги выборов депутатов Мурманской областной думы. Глава региона Марина Ковтун акцентировала внимание парламентариев на первоочередных задачах, стоящих перед законодательной властью. К таковым губернатор отнесла принятие областного бюджета, рассмотрение ряда инициатив, касающихся социальной сферы, работу над проектом федерального закона об арктической зоне. Уже известно, что открытым голосованием депутаты избрали спикера областного парламента. Им стал единорос Сергей Дубовой. Далее депутатам предстоит определить его заместителей, утвердить перечень комитетов Думы и их состав.